зубные зуб только тебя. Ну я же себя удобно. Ты уже себя удобно? Да. Начинай. Ну что ты не понимаешь, все ждут только тебя. Мы уже все собрались. Мы уже все собрались. Да. Ой. Сегодня день начался. Здрасте. Здрасте. Сегодня день... Ну вот. Ну что ты меня хочешь? Ну как мы обычно начинаем? Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Не life is my life. Студент, короче, сегодня заучился, походу забыл, с чего влог начинать. Мозги закипели. Давай, ошпарь нас кипятком знаний. Чудо. На порядку. Ой, ну сломан стадион. Значит, день начался с того, что наша учительница, когда заходила в класс, разлила свой пудинг. Ругнулась. Как? Она черт сказала, нет, она черт сказала, но все равно это как бы, во всяком случае, в элементаре в школе за это наказывают. А как фраза прозвучала? Ну че? А? Как? Это неповторяемо. Нельзя? Нельзя повторить? Ну я не смогу это повторить, Сережа, поэтому ты это вырежешь и отстанешь от меня с этим вопросом. Там два слова было или одно? Два. Ну ясно, ну ладно. Короче, вы поджали хвосты потиху, да? Потом она такая поворачивается, смотрит на класс, а перестали. И говорит, я не знаю, кто был в этом классе до меня, но я ненавижу этого человека. И говорит, поставьте столы так, как они стояли до этого. А кто помнит, как они там стояли? Все же классные. Все начали в пазл играть. Ну, вроде как, расставили там. Ну, в общем, она потом как бы стала в таком же нормальном настроении. Сказала, спросила, все ли посмотрели свои оценки за первую работу. Но вообще, почему настолько эти работы важны? То, что нету особо возможности заработать оценки. Всего будет три вот таких больших письменных работы и одна презентация. Исходя из четырех оценок, ты получишь полную оценку. Ну, и потом она такая говорит, типа, ну... Я понимаю, что у кого-то это вообще в первый раз, у кого-то первый семестр, там, бла-бла-бла. И я, говорит, разрешаю сделать, ну, типа, как работу над ошибкой. Я такая сижу себе, посиживаю, думаю, ну, классно. Вот по этой работе что было? Да, да. Потом мы разговаривали опять очень много о трансгендерах, о... Так подожди, ты перескочила, сидишь, посиживаешь, и что, а что по поводу? Ну, это я сижу, посиживаю, но сама себе думаю, надо подойти к ней после урока и уточнить, как это делать, исправлять ошибку прямо внутри работы или вытягивать ее на коммент, что вот, допустим, третье предложение мне не совсем понятно, и просто третье предложение переписывать. Так ты тоже хочешь сделать? Так слушай. В общем, класс, в принципе, был, опять же, мы много о трансгендерах говорили, много говорили о том, что, о вот этих, опять же, возвращались к людям, которых воспитывают изначально как третий пол, и все это по новой 10 раз говорили. Заканчивается урок, и она уже собирает эти карточки с именами, я дождалась, пока все разойдутся, подошла к ней, говорю, вы знаете, говорю, у меня как бы есть... Да, вопрос. Она говорит, ну, слушай, первый, говорю, вопрос. Она же опубликовала уже вопросы ко второй работе. Я говорю, я нифига не понимаю. Uh-huh. Она говорит, давай, говорит, так. Ты, говорит, напишешь, сделаешь какие-то наброски, да. Во-первых, говорит, распиши мне своими словами вопрос, как ты его понимаешь, я скажу, да, нет. И потом, говорит, ты мне напишешь наброски, а я уже, типа, сделаю чек. Хорошо, нехорошо, подходит, не подходит. Потому что я говорю, вы понимаете, говорю, вы сегодня нам дали 36 терминов. Говорю, из них я, говорю, знаю только один. И то, говорю, потому что мы в прошлом юнити, ну, в прошлом параграфе о нем узнали. Uh-huh. Говорю, остальные, говорю, для меня вообще, вот я просто, говорю, мне надо садиться, искать, разбираться. Она говорит, все, я все хорошо понимаю. Я говорю, ну и второй вопрос, говорю, я не особо поняла, как делать эту работу над ошибками. Внутри текста или брать прям копировать ваше замечание и просто расписывать. Она на меня смотрит и говорит, а зачем тебе? Я говорю, ну в смысле зачем? Говорю, вы же сказали, что за работу над ошибками 5 поинтов можно, ну, получить. Наверх на твою оценку 5 поинтов можно получить, да?
Она смотрит на меня и говорит, подожди, я должна проверить. Лезет в свою канву, ну у нее же тоже, как и учителя, там страничка, и смотрит. И говорит, и ты хочешь делать работу? Я говорю, да. Она говорит, у тебя 95 поинтов, типа, говорит, что ты хочешь? Да? Я стою на нее, смотрю, говорю, она говорит, это не обязательно делать, это не всем, говорит, это тем, кто хочет. Кто выпал за F и ниже. Да, да. Я стою, говорю, не, говорю, так я все равно не понимаю, как делать. В общем, надо, она, блин, да, она ну стоит, попался, и глаза у нее выражали недоумение такое, да, примерно как у меня, когда я вопросы ее читаю. Да? И потом она такая говорит, я не должна тебе этого говорить, но я скажу. Говорит, у тебя высший грейд, типа, в классе. Говорит, горжусь своей женой 2. И она говорит, ты можешь, говорит, просто сейчас я посвятить работе над вторым, ну, над вторым нашим вот этим, ну, короче, над второй работой. Она говорит, не думай об этом уже, это в прошлом, говорит, все, пас, типа, ушло. Говорит, сосредоточься на этом, говорит, делай работой. Ну вот куда он прет, вот он же, вот, вот дал бы проехать, нет, прет, те машины стоят, он прет поперек, ну, вот олень комнатный чисто. Вот, короче, все ездят нормально, но есть вот такие уникальные товарищи. Да. Извини, что перебил, но... Ситуация была нестандартная. Нестандартная. Ну и она, ну, в общем, мне посоветовала кто... сосредоточиться на следующей работе и... Не дурите голову. Ну, не то, что не дурите. Я так понимаю, в следующий раз она твою работу читать не будет, сразу поставит 99, чтобы ты не вникала. Она потом, когда я уже в дверях уходила, она меня окликнула и говорит, почему для тебя так важно, типа, ну, для тебя что, прям важно, чтобы было 100 поинтов? Я говорю, ну, да. И что она? Ну, она заулыбалась, говорит, ну, хорошо, и все. Так ты будешь делать или не будешь? Я сейчас хочу дома сегодня вечером засесть за этим вторым юнитом. Короче, эта работа состоит из трех вопросов. Пока мы работаем над первым вопросом, то, что касается трансгендеров, воспитания вот этого третьего пола. Я буду смотреть, как у меня пойдет. Просто по вот этой вот, по работе над ошибками нет времени, когда его сдать надо. Если я буду видеть, что у меня по сравнению с другими классами есть время, я, конечно, ее сделаю и накину себе 5 каких-то этих поинтов. Но она просто вот, ну, это то, что я тебе говорю, сложится впечатление, что они как-то, ну, оценками не загоняются, некоторые товарищи. Да, некоторые товарищи. Вот. Потом приятная новость. Физрук тоже сегодня писал мне на email письмо, что извините, типа... Извините, я перебью. Присмотритесь, впереди машина висит на стене, кто успеет заметить. Слева. Эта машина стала символом въезда в наш район для нас, когда мы приехали из... А, Физрук тоже сегодня после урока писал мне письмо о том, что мы подходим в наши скоро каникулы, сейчас начинаются эти мидтерм экзамены все, и говорит, прислал письмо, что я подхожу к середине нашего обучения с грейдом A, что он меня поздравляет и рад, короче, и сказал, чтобы я продолжала в том же духе. Так что работаем в данном направлении. Это по здоровому образу жизни. А физрук, потому что это просто потом спортивный класс. Потом я сегодня ходила, да, в Student Service опять, да. Кто знает мою историю, как я распечатывала работу, когда у нас принтер сломался. Не сломался, а эти закончились чернил. В общем, пацан, когда я зашла, напрягся. Я говорю, спокойно, я за бумажкой. Я говорю, не-не-не, не волнуйтесь, я распечатать ничего не буду, мне, говорю, бумага просто нужна. Он говорит, ну ладно. Все окей, типа, говорит, не волнуйся. Если надо, приходи, говорит, мы поможем всегда. Спасибо. Вот. Ну и потом у нас был Child Development, и как она предупреждала, что сегодня будет тяжелый урок, потому что мы сегодня разговаривали о разводах, о том, как помочь ребенку справиться с этим, как, ну, вообще класс был о разводах, о смерти в семье, о насилии в семье, о том, какие последствия для ребенка могут быть. И начался наш класс с того, что она попросила нарисовать шкалу, вот год твоего рождения и настоящий год. И отметить важные моменты, вот, которые были в твоей жизни, неважно, хорошие или плохие. Ну, к примеру, там, у тебя развелись родители,
перевод в другую школу, окончание хай-скул, твой брак, твой первый парень, там, ну вот все-все-все отметить. Ну, в общем, я не понимаю, почему мы расписывали все до 2019 года, если мы сосредоточились в основном на том, что с нами происходило до 10 лет. Так как первая часть нашей пары была о разводах, а ее... Она собирает информацию. 100%. Она спрашивала там, ну опять же, всегда она перед этим предупреждает, что если типа вы не хотите, вы можете руку не поднимать. У кого, кто вы родился, кто рос в полной семье, кто в неполной, у кого изначально была неполная, кто родители развелся, у кого до 10 лет развелись, у кого после, у кого до 5 лет. И поделиться, если кто хочет, своей историей. Ну, я не знаю даже, как это сказать. Потому что, ну, рассказывали свои истории, у кого как родители разводились. Очень много кто в разводных семьях. И, в общем, на 4 истории, которые люди поднимали, руку много. Ну, немного кто захотел говорить о своем детстве. Так они поднимали руку зачем? Когда она спрашивала, кто... жил в семье в разводе. А, вот. Ну, в смысле, поднимали, но потом рассказывали. Четыре человека, да. И только одна девушка, она сказала, что у нее, в принципе, нормально она себя чувствовала. Она не чувствовала потом себя ни в чем-то обделенным. Ее не перетягивали на стороны. Ну, в общем, ее родители смогли красиво развестись. Нормально развелись. Да, нормально развелись. А три другие истории. Одна девушка плакать начала, когда рассказывала о своей, о том, что у нее в семье насилие было физическое. Из-за этого был развод, был тяжелый развод, насилие продолжалось. И после развода отец приходил в дом. Ну, в общем, мне прямо ее так жалко было, что я бы готова была с ней поплакать, чтобы как-то и полегче стало. Ну, потом это все мы, свои личные истории мы все эти проговорили, послушали. И все пришло, весь наш разговор начался о том, что мы, как будущие учителя, как те, кто будет заботиться о детях, работать с детьми, должны делать. Как мы должны помочь ребенку. Как мы должны... Она говорит, да, говорит, вы не должны слушать маму о том, как она разводится с папой, как это все плохо и как она его ненавидит. Но вы, говорит, пока не узнаете информацию от мамы, пока вы не узнаете информацию от папы, а желательно еще, чтобы кто-то третий вам рассказал ситуацию, что происходит в семье, вы не сможете помочь ребенку. Потому что ребенок, он все принимает на себя, что в семье, он выдает свою реакцию часто. Ну и мы рассмотрели каждый возраст, допустим, дети пришкольного возраста, это где-то до 5 лет, дети школьного возраста, потом тинейджеры, ну, скажем, возраст у наших детей, потом уже тинейджеры, которые совсем старше. Вот. Но так как мы больше как-то, у нас идет более в этом классе специфика дети до 10 лет, мы опять же на совсем маленьких, новорожденных, скажем, и на тех, кто пришкольный и, ну, в общем, до 10 где-то лет, где-то вот эти вот. О том, что нужно знать информацию и от мамы, и от папы, о том, что нужно постараться, это не входит в наши обязанности, но мы должны помочь родителям начать нормально разговаривать, общаться. Нормально общаться. От нас, как от учителей, да, так как они влияют на ребенка, они проводят с ним много времени. А наша цель – это здоровый и физический, и психологический ребенок. Мы должны помочь и папе, и маме преодолеть этот кризис. Наша задача – найти центры, которые им будут помогать, найти юриста, который поможет, если родители борются за опеку, который поможет это урегулировать. Это, ну, не наша обязанность, но как это сказать? Ну, мы должны это делать, потому что сейчас я расскажу, почему. Ну, точнее, я скажу, почему в конце. Но это обязанность? Нет, это не обязанность. К этому не обязывают, это не прописывают. Ну, это не плохо, как мы в конце слушали TED-толк, я объясню, что это такое, тоже сейчас позже чуть-чуть, да. Одна великолепная женщина, я даже записала ее имя, хочу слушать ее, но это ее разговоры.
которой она выступает перед людьми, да, потому что если ты хочешь работать с людьми, тебя вот должен с детьми, с людьми, тебя должен вот кто-то настолько заряжать и мотивировать, да, она просто потрясающая, она потрясающая как педагог, она, ну, в общем, вот, наверное, я ее буду брать для себя на цитаты и держать всегда в уме какие-то ее высказывания, когда я начну работать именно уже в классе с детьми, вот. Потом мы перешли еще к одной сложной теме, это когда умирает кто-то в семье. Опять же, мы должны очень сильно, она приводила пример, говорит, когда я работала с детками именно, утро, я, говорит, стою, детки в класс, я, ну, привет, как дела, и мне, говорит, мальчик говорит, радостный такой, о, говорит, а у меня дедушка умер. Она говорит, ну, мне тяжело это слышать, я соболезную тебе. Он, говорит, смотрит на меня, не понимает. Позже, когда уже детей забирали, да, и он весь день всем рассказывал, что дедушка умер. Они даже с одним ребенком успели поиграть в смерть дедушки. А она говорит, я увидела маму заплаканную, и мама подошла и сказала, что вот у нас в эти выходные дедушка умер, и что у нас сейчас семья в тяжелом состоянии. А она говорит, понимаете, говорит, ну, называет мальчика по имени, говорит, он очень много говорит об этом. Как я должна с ним об этом говорить? Потому что, говорит, я знаю, что семья не религиозная. И я, говорит, должна выбрать путь, как ребенку это все преподносится. И она говорит, ну, я просто сказала, что дедушка ушел туда, где хорошо. И все, и у ребенка нет информации, что на самом деле случилось. Родители вроде плачут, а он радостно всем сообщает, потому что он-то представляет, что дедушка там, где хорошо. И это неправильный путь. Самое правильное для маленьких детей это объяснить о том, что дедушка, у дедушки прекратил работать организм, тело. Блин, ну я вот не знаю, ну в принципе как неправильно, может если такой ребенок маленький, то может это и неплохо? Это я тебе, а сейчас, ну видимо я не досказала. Дело в том, что потом мама через некоторое время сказала, что вы знаете, говорит, типа, учительница заметила, что мальчик уставший, возбужденный, наш преподаватель. А она начала опять же с мамой взаимодействовать на эту тему. Она говорит, он плохо спит. Она говорит, ну мы стали обговаривать, а оказалось, что мальчик знал, что дедушка ушел в лучшее, так как он слышал, что дома говорит, когда спал. И для него потом уже, когда он узнал, что смерть это не просто куда-то там отбыл в хорошее место, да, он стал бояться спать. В общем, что на самом деле все это очень важно, как это все преподносится, это все нужно продумывать, нельзя просто так. В общем, вот те сказки, которым я когда-то наплела Антону, да, когда папа умер, да, это тоже, знаешь, на грани, блин, до вождения ребенка, до клиники какой-то. Но когда Сережин папа умер, я тоже Антоше всячески там рассказала про то, что Бог забрал дедушку на небо, потому что дедушка был очень хороший, там, бла-бла-бла, но это, в общем, тоже неправильно. Что ребенку нужно постараться дать максимально правильную информацию, и которая доступна для него. Вот. И, но не выдумывать ничего. А, и что ты хотел сказать? Ну, блин, такой вопрос сложный, я не знаю тоже. Но в любом случае, короче, мы, как учителя, должны в первую очередь выслушать родителей, как они это преподносят. Потом сказать, что я, как, ну, грубо говоря, вот отталкиваясь от психологии, отталкиваясь от того, что я изучала, мое мнение вот такое, с родителями сгруппироваться, поговорить на эту тему, и только потом что-то общее сделать. Да, потом выбрать уже вместе то, что мы будем объяснять и говорить ребенку, потому что нельзя, чтобы там была одна информация, тут другая информация. Ну давайте вот поделимся в комментариях. Просто я, конечно, это понятно, что надо сделать для такую, ну вот для двух сторон, там учитель, няня или воспитатель и родители, чтобы шла одна информация, то есть чтобы не было, что родители говорят, что улетел на небо там, например, а воспитатель объясняет, что организм остался, что организм перестал работать, да. Что, то есть понятно, что надо два этих пути слить в один и сделать один приемлемый, лучший для ребенка. Ну я считаю, что все-таки родительская версия она должна, наверное, преобладать, потому что, ну, если родители, скажем так, будем говорить о родителях адекватных. Mm. То есть не берем какие-то неблагополучные семьи. Вот. Но мое мнение,
мне кажется, объяснить маленькому ребенку, даже, ну не знаю, возьмем до 5 лет, что организм остановился, мне кажется, может как-то все-таки в лучшее место. Я не знаю. Короче, я пока учусь, я тебе объясню на следующем курсе. Пишите комментарии, давайте будем обсуждать, так сказать, после влога. Ну почему у меня... И вообще это все, это очень тяжело об этом говорить, потому что постоянно кто-то делится своим каким-то опытом. Кто-то там начинает что-то рассказывать, начинает плакать. Эти красы, если честно, морально меня очень сильно, ну... Убивают. Ну, выматывают, наверное, да. Вот. Ну, крас закончился тем, что она нам сказала, что, говорит, перед окончанием... Ага, продается дом. Три ванны... Три спальни, одна ванна. Ну, у него, мне кажется, состояние какое-то немножко такое. Состояние, но мне не нравится, что он на углу стоит, на светофоре прямо. Может, и цена от этого будет. Приятно. Извини, давай. Угу. Короче, изматывают все классы. Да, эти классы, потому что, ну, как-то начинаешь сопереживать, сочувствовать всякие эти истории, когда слушаешь. И закончился тем, что она нам предложила послушать TED Talk. Это... площадка, на которой, ну, как я понимаю, любой человек может, который зарегистрироваться, выступить. В общем, введите в гугле TED Talk, и вы найдете на ютубе это. Там на любую тему вы можете прослушать выступление человека, которое вам будет интересно. Вот мы слушали одного преподавателя с большим стажем, а у нее очень интересная манера рассказа, и вот какие-то моменты, которые мне запомнились, да, она рассказала, что ей довелось, скажем, работать в классе, где она уже, ну вот как миссис Грэм сказала, я знала, что у меня в этом году собрались хорошие мальчики из нашей школы, да, а вот она знала, что у нее в этом году собрался класс, ну так себе. Но когда она зашла, она сказала, что... Самые лучшие из худших. Она сказала, что, говорит, ребята, говорит, вы знаете меня? Они такие, ну, типа, говорит, ну, как бы, ну, да. А что? Она говорит, вы знаете, почему я здесь? Почему я делаю вот так вот руками, да? Потому что она... Так делает. Она темнокожая женщина, афроамериканка. И у них определенные есть манеры, ну, как у всех да, есть мимика, жесты. И она говорит, вы знаете, типа, почему я здесь, кто я? Она говорит, я лучший учитель. Я, говорит, занимала места там какие-то и говорит, а вы знаете, почему именно вы в этом классе? Она говорит, тишина. Я говорю, ребята, потому что вас отобрали. Вас отобрали, потому что вы лучшие из лучших. И этот год мы должны показать всем, как мы можем сделать. Лучшие из лучших с лучшим учителем. У нас будут лучшие результаты. И, в общем, Анна говорит, половина сделала вот так. Реально? Типа, правда? Она говорит, да. Да, говорит, ребята, да, вы здесь, потому что вы отобраны. Из многих детей, которые хотели в этот класс, родители хотели, чтобы были дети в этом классе, шанс выпал именно вам учиться в этом классе, а мне преподавать вам. Я горжусь возможностью учить вас. И говорит, когда у нас, говорит, прошел первый экзамен, у меня, говорит, была ситуация с мальчиком. Из 20 вопросов он, ну, короче, он, как сказать, не ответил на 18. Она говорит, я поставила ему F и нарисовала улыбающийся смайл. Он, говорит, F такой... это, короче, грубо это, говоря, хуже некуда. Да. Она говорит, и он такой, типа, мне, так чё смайл, типа, что за фигня? А она говорит, ты понимаешь, какая ситуация? 18 минус, но 2 в плюсе. Первый экзамен и 2 в плюсе. Я горжусь тобой. Вот ты особо не плачь, потому что мы вспракнули в классе. А она говорит это все с таким запалом, да, что ну реально прям, ну хочется плакать, верить, вот, ну вот в лучшее хочется верить после такого. И она говорит, и вы знаете что? Мы были лучшим классом в школе. Потому что они верили в себя. И потом она сказала, стоит ли врать детям? Она говорит, нет, не стоит. Но иногда нужно говорить то, как-то она так сказала, интересно, ну, в общем, нужно говорить то, что их мотивирует. И ей говорит, я не считаю, что это было вранье с моей стороны.
Потому что, говорит, каждый ребенок, говорит, да, он достоин лучшего. Из каждого ребенка можно вырастить чемпиона. И наша, говорит, работа как учителя — из каждого сделать лучшего. И если вы, говорит, учитель, ваше призвание — сделать из любого лучшего. Короче, когда она закончила, там все аплодировали, некоторые там тыц-тыц прослезились. Ну, мы тоже в классе, короче, и поаплодировали, и прослезились. И я после класса подходила к учительнице, я спросила, как я могу... Дело в том, что один и тот же, ну, спикер, кто произносит речь, у него обычно на этом TED-толке есть, ну, не на одну тему речь, как бы. И так как она преподаватель, мне очень интересно ее вот этот... Мне очень понравилось, как она говорила, мне очень это... Запало. Да, да. Я спросила, как я ее там могу найти, она мне написала ее фамилию, имя и говорит, ты ее найдешь? Он говорит, тебе понравилось? Я говорю, да. Я говорю, я хочу, во-первых, дома еще раз это переслушать, потому что... Ну, и опять я тут, я говорю, я же студент ИСЭ, мне надо по два раза. Вот. Она говорит, ну, прослушай, говорит, я рада, что тебе понравилось. И он говорит, у нее есть много интересных, тебе будет интересно. Ну, в общем, рекомендую тем, кто учит язык, слушать вот эти TED-талки. Я их слушала в большом количестве, когда училась в классе по речи, потому что наша учительница всегда вот, ну, говорила, отсылала нас на тот сайт послушать, как вести себя перед аудиторией, когда ты выступаешь, как расставлять акценты, как речью, как там, грубо говоря, ну, как себя вести, как не комплексовать, там на любую тему, наверное, мне кажется, которая тебя может заинтересовать, там можно найти, о чем послушать. А, ну и там еще субтитры идут, что тоже очень хорошо, потому что вот мне, допустим, легче слушать, но иногда хоп, бросить взгляд и подчитать. Потому, ну, все равно же у людей акцент, кто-то очень быстро говорит. И опять же, эти товарищи, которые там произносят свои речи, они же, ну, не для ИСЛ студентов разжевывают, они говорят быстро. И что меня спасало на классах по речи, это то, что можно, когда ты просматриваешь, да, еще посмотреть, потом прочитать весь этот TED-talk, ты можешь эту всю речь прочитать. Что это за... Космонавтках. Ты можешь выбрать язык, на котором ты хочешь прочитать это. И вы знаете, это нормальный путь, это неплохо. Послушать на английском, потом прочитать, допустим, как я читала на русском, и опять слушать на английском. Это помогает понимать какие-то вещи. Ну, конечно. Ну, сразу, когда она на свою по речи учитель грузил этим, ну, сайтом, правильно его сайт, наверное, назвать, да? Ну, короче, это есть так? На сайте, а еще можно в айфоне, это, по-моему, прямо в приложении музыка, там прямо есть этот раздел. Вот. Ну, это и приложение можно скачать на любой телефон и слушать это. Сразу мне казалось, что оно нас грузит какой-то такой вот, ну, прям, зайка, мне потому тяжело. Что... Потому что она просила, допустим, прослушайте вот этот TED-talk и дайте мне типа свое рефлекшн, нет, ну, но это отражение. Отзыв. Отзыв, типа расскажите, что было интересным, что неинтересным. Тут, блин, хорошо хоть поняла половину, а то лучше, блин, и 30%, если поняла. Зайка, потому что ты потом только начинала. Потом она начинает еще плюс не то, что рефлекшн, что тебе было интересно, а вот какие речевые, так как это был класс по речи, она, какие речевые приемы применил автор. Типа там использовал сзади себя, ну, эти картинки. Использовал выражение лица, использовал ключевые слова. Там, ну, мы это все проходили, как это правильно свою речь, как бы эту ставить, все это. И мне прям, я как получу домашку на эту канву, да, так хоть ты уже, блин, и не ходи ты к ней больше. Вот. Ну, на самом деле это помогло. А и вообще класс по речи, он очень раскрепощает. Потому что знаете что, какую бы ты фигню ни гнал, это честно. Как бы ты ни запинался, ни заикался там, ни делал, все 40 человек тебя слушают. И слушают с таким заинтересованным лицом, да? Ну, ты такой стоишь, все люди как люди, а ты суперзвезда. Ну, вот такой вот был день. С одной стороны, я говорю, эти классы, они, конечно, выматываются. Физрук нам сегодня, учитывая, что у нас тема была алкоголь.
рассказал, как он по молодости попал. Они, короче, начали учиться, когда в колледже, он начал жить с румейтом. Они забухали, и откуда-то им нужно было ехать. Он говорит, буквально пару кварталов, там две минуты, мы типа решили поедем. Их полицейские остановили. И он говорит, все, это говорит, фактически, говорит, ну полный трындец, это все идет в репорт. Это говорит, потом, когда ты будешь устраиваться на работу, поступать в университет, это, ну это все, говорит, мы там, говорит, чуть не умерли на месте. Но у его брата, у парня, который с ним ехал, это была машина его брата, и в этой машине лежал какой-то, ну, он сказал, билет какой-то, да. В общем, его брат полицейский был. И то, что, короче, когда этот парень подавал свои права, он с этим подал какой-то вот этот, ну, не лайсенс, а как это сказать, ну, пермит, что он тоже как-то относится к полицейским. Ну, как я поняла. Ну, я не понимаю, что значит билет, да, в этом смысле. И этот полицейский не ушел в машину пробивать их права, да, а просто глянув, что у этого парня водителя есть вот этот вот какое-то типа отношение к полиции, он спросил типа, гайс, сколько типа вам до дома ехать? Он говорит, да мы уже паркуемся. И они, короче, припарковались и в чужой дом ломанулись в апартмент, и полицейский уехал. Вот так им это легко все сошло с рук. Но теперь, он говорит, я даже после одного бокала, говорит, вот на выходных я встречался с друзьями, выпив бокал пива, и я, говорит, не собирался, ехал на своей машине. Но когда выпил, я оставил машину, говорит, и на Uber вернулся домой. Говорит, для меня это, говорит, вот на всю жизнь прям урок-урок. И он прочитал лекцию, как надо быть с этим аккуратным, там осторожным. Короче, он у нас еще и закрат. Нормальный физрук. Это вы еще трудовика не видели. Ну, все, друзья, делитесь комментариями, особенно по вопросу, как вы считаете, что надо говорить детям вот в такой ситуации сложной жизни. Ну, мы еще не закончили тему вот с умершим членом семьи, поэтому на следующем классе продолжим. Я могу еще рассказать, что она будет говорить. Подключайтесь к обсуждению. А на этом наш влог заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь, подписка открыта. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Студенческие влоги будут выходить теперь вот в таком формате. Один вовнутрь, второй наружу. Потому что все хотят чего-то своего. Кто-то хочет видеть говорящего спикера. Кто-то хочет видеть проезжающие мимо машины, поэтому нам будет нетрудно сделать вот такие варианты. Все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is My Life. Всем хорошего настроения. До встречи, бай-бай, пока-пока.